Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу обратить ваше внимание на онлайн-игру. Называется Dirt. Пригласили меня в игру. Начала я читать информацию. Ну, не просто так зарегистрироваться, сами понимаем, да? Игра игре розынь. Значит, и что? Решила я принять участие в этой игре. Ну и, естественно, поделиться с вами. Это игра от создателей «Игры престолов» и «Пират Карибского моря». Вот. И начала изучать, читать информацию. Ну и, естественно, она меня зацепила. Ну, проекту один день. Игроков более 6000 участников. Инвестирована вот такая вот сумма уже. Значит, пользователи доверяют администрации. Есть у них доверие. Вот. И уже, конечно же, заработано. И новых участников более 1000. Ну, почти 1500. Ну, и резерв проекта более 2 миллионов. Здесь можно зарабатывать абсолютно без вложений на просмотре серфинга. Ну, естественно, на бонусы здесь есть и квесты выполняя. Это все по порядочку пойдем. Давайте посмотрим маркетинг. Здесь очень дешевые машинки по 10 рублей. Доход в день составляет 7 копеек. За 20 рублей доход составляет в день 48 копеек. За 30 рублей 74 копейки, ну и так далее по нарастающей. Значит, вот по 30 здесь 40 рублей, 50, 60. Вот здесь, если мы кликнем показать больше, здесь очень много машинок. Каждый найдет себе то, что ему надо. Очень много видим, да? Вот. И игра на мониторингах, и игра на форумах. Это все можно зайти, посмотреть, почитать. Далее поднимаемся вверх. Здесь вкладочка «Об игре». Кликаем и читаем информацию. Дрифт больше, чем гонка. Я уже, друзья, не буду все это зачитывать. Это займет очень много времени. Особенности проекта. То, что они тут пишут. Нет у них заглушек на вывод. Нет кэшпоинтов. Далее, заработок вот без вложений можно на бонусной системе, серфинг, все, что заработаете, все можно выводить, можно не инвестировать. Надежность защита, ну и так далее. Далее, здесь статистика, топ-10 пополнений, топ-10 выплат, значит... Количество рефералов, кто сколько пригласил. По ревдоходу. Здесь все прозрачно и все как бы показано. И последние 20 выплат. Тут кто-то по рублю выводит, а кто-то, я видела, здесь по 700 рублей кто-то вывел. Обновляется я. Ну, похоже, что все это идет в реальном времени. Здесь помощь. Опять читаем эту всю информацию. Так, выплата заработанных средств происходит в автоматическом режиме. После заказа выплаты в течение нескольких секунд средства, которые вы заказали, поступят на ваш личный электронный кошелек или банковский счет. Ну вот, как бы все это читаете. Игровой обменник, пополнение баланса, личные настройки, автосалон покупка, автопарк, заработок. Далее контакты. Здесь можно написать как бы в поддержку. А здесь есть группа ВКонтакте, почта проекта
и админ проекта. Админ не скрывается. Пожалуйста, вот это все кликабельно, друзья, есть группа ВКонтакте. Кликаем и переходим в группу. Я еще ничего не вступала. Я хочу получить квест, поучаствовать. Но это чуть позже. Далее. Контакты я вам показала. Отзывы также есть. Уже более чем достаточно отзывов. Можете свой написать, нажать «Отправить». И вот здесь уже много отзывов прочтете. Новости. Официальный старт. И здесь подготовка к старту. Ну и тут был предстарт, значит. Так, регистрация. Логин, имейл, пароль. Вход по имейлу и паролю, по-моему. И попадаем вот такую на домашнюю страничку. Здесь также автомобилей 0. Здесь нет, друзья, ни бонуса никакого нам не дают. Как бы подарок машинку, ничего нам. Значит, ускорителей. Здесь есть ускорители, апгрейд. Вот я хочу вот это все проверить и посмотреть. Здесь общий доход, доход на вывод, доход на покупки. Как бы это все наша статистика. Здесь все прочитайте. Также здесь, если мы опустимся, есть чат. Кликаем сюда, зайти в чат. Опять же, это все пойдем по порядку. И здесь вот наш логин, как бы, и давайте пройдемся теперь по шапке. Кликаем «Настройки». Значит, смотрите, здесь нужно что? Установить пин-код, 4 цифры. Вставляем пин-код, повторяем пин-код, установить. Кликаем. Это я все потом за кадром сделаю. Далее прописываем платежный реквизит. Например, ну как вот у меня Payeer. Вводим пин-код. Нажимаем «Установить». И у кого какая здесь платежная система. Здесь очень много платежек. Далее. Баланс на покупки, на рекламу, на вывод. Давайте кликнем на вывод. У меня вот 4 копейки. Это я просмотрела пару серфинга. И также платежки идут. Что нам здесь пишут? Выплата заработанных средств происходит в автоматическом режиме. После заказа выплаты в течение нескольких секунд средства, которые вы заказали, поступают на ваш личный электронный кошелек. Ну, это я уже читала. И вот здесь вот это, обратите внимание. Так, вот это. Обратите внимание на то, что в проекте нет ограничений на вывод заработанных средств в виде баллов и кэшпоинтов. Все, что вы заработали в проекте, сможете выводить без каких-либо проблем. Даже если вы зарабатываете, играя без вложений. Услышали меня? Будем надеяться, что так и есть. Значит, это вот кабинет гонщика, куда мы попадем после сразу авторизации. Здесь наш автосалон. Будем покупать машинку. Значит, я хочу попробовать купить за 10 рублей и посмотреть, так как здесь есть апгрейды, и улучшать, а потом уже определиться с машинкой. Вот, и обратите внимание, здесь распределяется доход. Если вот я куплю за 10 рублей, возьму машинку, ну, чисто вот для видео, чтобы вам показать этот апгрейд я хочу. И на каждую машинку распределяется разный доход. Значит, первый 50% на 50%. Далее здесь 49% на 51%. 49% на покупки, на вывод 51%. И так далее. Смотрите, на покупки 48%, на вывод 52%. И так далее. Это все просмотрите. Мой автопарк, у меня здесь ничего нет. Настройки я вам показала. Чат проекта. Также можно присоединиться. И обязательно, друзья, читайте правила. Правила общения в чате. В чате запрещено. И читаем информацию. Иначе, если ну, неадекватов хватает, могут и забанить, друзья. Нужно быть взаимовежливым. Так, пополнение.
Ну, давайте я пополню на 10 рублей и посмотрим машинку. Пойдем дальше. Значит, здесь у нас рубли, USD, евро и крипта. В рублях вводим я 10 рублей. Закину. И нажимаю пополнить. Перебрасывать на платежную систему. Поставлю на паузу. И после я продолжу. Я пополнилась, и у меня на покупке стало 10 рублей. Давайте пойдем в автосалон и приобретем машинку. Нажимаю «Купить». Вот здесь вкладочка. Покупка успешна. Поздравляем. Так, теперь что? Идем в мой автопарк. И начала капать монетка. Видите? Так. Что здесь у нас? Здесь собрать прибыль. Минимальная сумма сбора составляет 0.01, по-моему, так. Итак, у нас здесь что? Значит, здесь двигатель, резина и еще что-то. Это что? Цена 10 рублей. Цена 18 рублей. Цена 12 рублей. Это улучшать автомобиль. Как бы. Вот. И это надо, значит, еще будет пополнять. Значит, 18. Еще это закинуть. Выходит 30 рублей надо. Если я не ошибаюсь. Так. Ну, понятно. Значит, еще закину потом 30 рублей и можно будет улучшить. Здесь показан доход. Вот. Значит, резина вот плюс сколько у вас будет. Вот. И на каждый автомобиль... Как бы свое улучшение. Понятненько. Так. Пополнение я вам показала. Вывод я вам показала. Есть обменник, друзья. Значит, смотрите. Можно менять с вывода на покупки. Плюс 10%. С вывода на рекламу. Здесь можно также рекламить свои проекты. Плюс 10%. Далее. С рекламы на покупки. Минус 10%. И из покупок на рекламу минус 20%. Здесь везде нужен пин-код. Так. Бонусная система. Значит, бонусы есть раз в 12 часов, раз в 6 часов, раз в 3 часа. Раз в 12 часов кликаем. Так, и что нам для получения нужно кликнуть по баннеру? Ну, давайте кликнем. Появилась вкладочка «Получить». Получаем. Вот мой логин, и мне 24 копейки зачислили. Далее, раз в 6 часов давайте получим. Опять кликаем. Появилась вкладочка «Получить». Получаем. Мне 3 копейки зачислили. И раз в 3 часа. Опять по баннеру. Возвращаемся в игру. Получаем. И еще мне 3 копейки. И вот на покупке у меня же уже 30 копеек. Вот. Такие вот бонусы. Так. Бонусно. Квесты с оплатой, друзья. Смотрите теперь здесь. Здесь можно делать квесты и получать денежку. Значит,
описание. Вступить в официальную группу проекта в соцсети ВКонтакте. Вознаграждение 1 рубль на игровой баланс. Тип задания социальная сеть. Один раз выполнять. Ну, правильно. И ручная проверка до 24 часов. Идем вот теперь в группу ВКонтакте. Я подписаться. Я всегда... Так. Вот сюда я всегда нажимаю, чтобы быть в курсе событий. На уведомления. Мне на колокольчик приходит всегда уведомление. И кликаю подать отчет. Так. Для проверки отправьте ссылку на вашу страницу ВКонтакте. О, как страница ВКонтакте. Ссылочку. Сейчас отправим. Моя страничка. И ВКонтакт тупит. Ну, копируйся. Сейчас я скопирую. Никак же. Копирую. Возвращаюсь. Вставляю свою ссылочку. И подать отчет. Так. На проверку. Далее. Так, вот видите, на проверке. Оставить отзыв в теме группы. Это потом. Также 1 рубль. Вот. И можно выполнять многократно, один раз в 72 часа. Ну, раз в трое суток. Так, ручная проверка до 24 часов. Оставить отзыв на форуме. Это 3 рубля. То же самое многократно, раз в 3 дня. И записать видеообзор проекта. Запишите видео, опубликуйте у себя на канале YouTube подробный видеообзор о проекте. На сумму вознаграждения влияют такие факторы, как количество подписчиков, просмотры, качество звук и информативность. И вознаграждение до 300 рублей. Тип задания социальная сеть один раз. И ручная проверка модератором до 24 часов. Вот я и попробую это сделать. А вот и повезет. Так, Веста показала серфинг сайтов, друзья. Как я уже сказала, без вложений можно зарабатывать. Мы все просматриваем серфинг, умеем так. И на серфинге можно неплохо подзаработать. Значит, давайте вот эту коротенькую. Здесь довольно-таки неплохой серфинг, друзья. Если мы поднимемся выше, он по 5 копеек идет. Ну, вот самый дешевый. Я просто, чтобы уже видео, извините, затянется. И вот идет таймер. И здесь дождитесь окончания таймера. Ждем окончания таймера. Ну, что-то зависло. И вот 3 звездочки. Кликаем на 3 звездочки. Спасибо за посещение нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем серфинг. Так, далее что у нас? Конкурсы. Здесь 2 конкурса. Если хотите, примите участие. Это конкурс инвесторов и конкурс рефералов. Далее вкладочка «Мои рефералы». Будут отображаться рефералы. Здесь реферальная программа 2 уровня. 7,3%. Также находится наша партнерская ссылочка. И будут отображаться рефералы. Промо-баннеры. Здесь очень много промо-баннеров. Но это очень много. Посмотрите. Сразу же и ссылочка на баннер. Очень удобно. Вот. Все возможные баннеры. Вот такая вот, друзья, игра. Кому интересно, присоединяемся. Ну и неинтересно, проходим мимо. Также, смотрите, здесь об игре отзывы, статистика, YouTube, 17 видео здесь есть. Помощь, новости, контакты, ну и выход. Ну и здесь уже, смотрите, вот у меня уже автомобиль и одна машинка. Ускорителей пока нет. Но я вот сейчас сделаю, ускорю свой автомобиль. Уже это, друзья, за кадром.
Всем удачи, больших заработков. Вывод, естественно, буду, как будет что выводить, запишу видео обзор по выводу.